вами, как всегда, Аня. И, как я обещала, я буду каждый день выпускать видео о книжке «Одна страница в день». И сегодня я вместе с вами оформлю две страницы в этой книге. Ведь я подумала, если я буду оформлять одну страничку в этой книжке, то видео будет уж слишком-слишком коротким. Поэтому я оформлю две странички. Итак, давайте начнем. И первую страничку, которую я оформлю, что ты сейчас чувствуешь? Выбери подходящий вариант. Эгей, жизнь прекрасна. Просто не надо продолжать делать то, что я делаю. Возможно, все. Любовь чушь, но может у меня все же немножко. Я боюсь смерти, но понимаю, что она неизбежна. Я забочусь о других больше, чем о самом себе. Интернет подчиняет меня себе, но я не могу остановиться. Если хочешь изменить мир, изменить вообще-то, ну его. Люди могут измениться сами, даже я. Если я осилю это, я осилю все, что угодно. У меня есть кое-что, что никогда не позволит мне остановиться. Ого, эта книжка довольно насыщенная. Я сейчас возьму мою черную ручку и отмечу пункт «Эгей, жизнь прекрасна». И чтобы страничка не была такой пустой и скучной, я ее оформлю смайликами, которые я заранее нарезала, и моими ручками. Ребята, и вот так вот я украсила свою первую страницу. И вторая страница называется «Который час». Я очень долго думала, как же оформить эту страничку. И придумала. Я распечатала очень много флаг стран мира. И сейчас буду вырезать. И, к примеру, давайте возьмем Великобританию. Когда в Великобритании 12 часов, то в Германии уже целый час. И вот по такому принципу я заполню все 20 часиков на этой страничке. И, ребята, так, к сожалению, я не нашла флаг Гонконга. Вместо Гонконга приклею флаг Китая. Ведь Гонконг с Китаем очень хорошо дружит и плотно связаны. И вот так вот у меня получилось. Все это я сделала в такую прикольную рамочку синего цвета и приклеила два смайлика. Типа неожиданность. Мне этот разворот очень понравился. И я над ним долгое-долгое время думала. И надеюсь, вам этот разворот понравился. И всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами была, как всегда, Аня. Всем до новых встреч. Всем пока-пока.